Всем привет! Вы на телеканале ТКК ТВ. И сегодня я делаю обзор на вот такой киндер сюрприз. И коллекция у нас киндеров сюрпризов. Их в профессии. Здесь еще попадаются другие игрушки. Ну, у меня было два яйца. Одно было из коллекции «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». Мне попалась коллекционная игрушка. Вот этот вот мамонт. Его зовут Мэнни. Вот такой мамонт, брелок. Он собирался. Там показано, как его собирать. Вот такая игрушка. И шоколад. Давайте сейчас распакуем вот этот шоколад. Так вот распакуем сейчас его. Сейчас вот так вот распакуем его. С помощью рук. Вот так и посмотрим, что нам попадется. Шоколад очень твердый, так что я буду стараться как могу его открыть. Нам попалась не коллекционная игрушка, а какая-то другая. Сейчас посмотрим, какая. Так. Это какой-то динозаврик нам попался. Какой-то динозавр. Сейчас посмотрим, что за динозавр, из какой коллекции. Сейчас, секундочка. Секунда. Так, это у нас коллекция вот динозавров всяких. Вот тут схемка, как собирать вот этого динозавра. Сейчас я попробую его собрать по схеме тут. Показано, как он собирается. Сейчас я его попробую собрать. Вот я его собрала. У меня получился вот такой динозавр. Красивый. Такой. И он открывает ротик. Если ему нажать вот так на него. Он открывает ротик. Тут про него информация. Так, кто ротик открывает. Ну, тут таких вот в коллекции 6 штучек вот таких динозавров. Мне попался вот этот. Ну, вот такие игрушки мне попались в киндерах и киндер-сюрпризах. Вот такие хорошие игрушки. Мамонт из коллекции «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», который зовут Мэнни. И динозавр из такой коллекции динозавров. Такой вот красивый, не хищник. И всем пока, вы были на телеканале ТКК ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Всем пока, пока-пока.